Вот вы не первый раз выступаете в Пензе, насколько мне известно, публика вас местная любит. Что на этот раз вы приготовили, что исполните? Чем поразите, удивите, а может быть наоборот, все будет такое же привычное, старое, знакомое? Ну, конечно, и старое, и привычное, и знакомое бесспорно будет, но будет очень много новых песен, потому что все время как бы обновляется наш концерт. Называется в этот раз он «Мы не птицы», как и наш третий альбом, который вышел 22 сентября, и DVD-версия концерта московского, который был в прошлом году, 8 февраля. Новых песен достаточно много, стихов, и пляски уж как бы как танцевали, так и танцуем. В основной упор, конечно, это на новые песни. А старенькая, полюбившаяся обязательно будет. А перед какой публикой вам больше всего нравится работать? То есть перед большой так скоплением аудитории, или, может быть, наоборот, какие-нибудь камерные концерты? Ну, у нас в основном зал, это где-то 500 местные, сегодня побольше, поэтому немножко поответственнее. А так, в принципе, ну, вот такие залы, как здесь, в Пензе. Ну, в любом случае, нам больше нравится работать с сольным концертом, потому что есть вот, как правило, музыканты, да, которые там в ресторанах или где-то еще, корпоративы. Мы коллектив, который привык и любит работать с сольными концертами. Вот. Вы уже наверняка изучили нашу филармонию. Как вообще вам вот этот вот масштаб, сцена, звук, свет? Мы сегодня пришли, подняли головы, посмотрели и долго не могли закрыть рот, потому что, на самом деле, во-первых, мы пришли и увидели, что все очень красиво. Очень технически все оснащено по высшему разряду. Потом, когда у нас начался саундчек, репетиция, да, мы услышали, что здесь не только все красиво, но и все грамотно, качественно сделано. Поэтому выступать здесь очень приятно. Очень. А после Пензы куда отправитесь? Где завтра вас? В Саранске на родину. На родину мы едем. Билетов первый раз мы продали там полный зал, то есть завтра аншлаг. Сегодня нам уже звонят там драки. Поэтому вот завтра будем как-то с этим бороться. Отбиваться будем. А сейчас многие артисты жалуются, что вот наступают тяжелые времена, кризис, люди экономят в первую очередь на развлечениях, путешествиях и так далее. Вот вы на себе это смогли уже почувствовать? Вот. Мы молодая развивающаяся группа. Мы не можем сказать в каких-то масштабах звездных коллективов. Поэтому у нас сейчас нормальная, стабильная идет концертная работа. Главное, чувствуется развитие. Площадки все более, больше. Цены у нас не заоблачные. Мы не мегазвезды, корон у нас нету, как видите. Нет, да? Так что все хорошо. И главное, мы все делаем с душой и от души, самое главное. И, наверное, это чувствуется людям, и мы это чувствуем. И когда много народу, возвращаясь к прошлому вопросу, они заряжаются друг от друга, и нас это еще больше заводит. И мы еще с большей отдачей поем с удовольствием. И поэтому надеемся, что так и будет дальше, потому что с каждым концертом, да, вот как Александр сказал, площадки все больше, все масштабнее, и с каждым концертом мы все больше понимаем, что важно очень остаться именно таким, вот каким тебя полюбили изначально артистом. Независимо от гонораров, независимо от того, где ты выступаешь, перед какой публикой. Вот мы стараемся это сохранить дальше.